Всем привет, с вами Юля. Сегодня 1 сентября. Поздравляю вас с началом осени. И сегодня я решила собраться с силами и снять вам видео о моих вышивках, о моих продвижениях по процессам, по каким-то финишам, моим рукоделкам. Я в последнее время вышиваю мало, поэтому и снимаю очень редко. Последнее видео было в апреле месяце, времени прошло много. И знаете, жизнь затягивает, какие-то хлопоты, личные проблемы. Вот. Ну и снимать, конечно же, сложно, когда, знаете, выходишь из привычного графика, потом вернуться и снимать очень-очень сложно. Но вот сегодня я постараюсь, конечно, снять это видео. У нас очень жарко. Первая половина лета выдалась очень комфортной, не было жары, а вторая половина у нас прям очень жарко было, 40-42. Сейчас упала температура до 33-35-37, но тоже не легче. Конечно, каждый день очень сложно, только под кондиционером, но все равно нужно куда-то ехать на работу, дела, очень жарко. Ну, в общем, давайте перейдем к финишам. Хочу начать с основного моего финиша, не с основного, а с той работы, которую я показывала вам как процесс в моем последнем видео. Я показывала, что, значит, я вышивку стала оформлять вот в такой вот фартук на швейную машину. Я стала учиться пэтчворку, сделала первый блок на пробу, выбрала, ну, мне казалось, несложный, называется «Летящие гуси» или «Птица», вот этот вот такой вот блок, очень интересный. Я сшила эти блоки и дальше не знала, как мне их пристроить, как оформить. Вообще, вот сейчас я уже нашла, конечно, больше информации. Можно было бы сделать между ними вставку ткани и разбавить вот эти блоки тканью. Но на тот момент как-то я об этом не знала, поэтому я крутила, вертила, думала, как же, что мне с ними сделать. И собрала вот в такой вот блок. У меня получились крупные треугольники зеленые и вот белые, получается, как фон. Ну, тоже интересно, тоже интересно. Собирались блоки не просто, потому что получились они вот эти вот полоски очень подвижными, и чтобы собраться, стыковать, конечно, я тоже очень долго мучилась, так устала вот с этим процессом, долго, часто откладывала, делала какие-то подходы, собирала, где-то не получалось, распускала, переделывала. Ну, в общем, знаете, такая работа далась мне непросто, поэтому я, конечно, очень рада, что я ее завершила. Есть здесь много недочетов, как бы таких ошибочек, да, ну, по-швейному. Но это моя первая работа, и я вообще горда, что я ее смогла сделать, потому что вот так взять и начать сразу шить, ну, это непросто для меня. Дальше нужно было делать стежку. Для стежки у меня не было подходящей лапки, пришлось лапку докупить. Я стала, конечно же, тренироваться делать стежку на тканях. Тренировалась долго, много тканей я и стренировала. Вроде бы стало что-то получаться. Стала делать стежку и, ну, приходилось даже ее распарывать. Представляете, как стежку распарывать, не очень интересно. Ну, в общем, я сделала, ну, как у меня получилось. Не идеально, конечно, далеко не идеально. Тут миллион таких вот огрехов. Но то, что я смогла на сегодня, я хотела просто завершить, потому что дальше тянуть мне с этой работы было уже нельзя, иначе я бы ее вообще забросила, не доделала. Когда работа затягивается, пропадает всяческий интерес. Вот поэтому мне нужно было ее доделать уж как есть и просто пользоваться. Ну, первая работа, ручная работа, я, в принципе, довольна своими какими-то успехами. Я попробовала, потренировалась, в этом и состояла как бы цель и роль вот этой вышивки. Да, я могла бы просто сделать без стежки, без вот этих вот блоков, просто в ткань оформить, сделать обычный фартук и
даже не мучаться, вот это вот все не делать. Но мне нужно было на чем-то потренироваться. Поэтому это у меня первая тренировочная работа. Я попробовала блоки, это интересно. У меня теперь появилось новое, так сказать, увлечение. Я буду потихонечку учить пэтчворк. Не знаю, как будет получаться со временем. Вот, пока это моя первая работа. Но идеи есть, там посмотрим. Вот, и здесь у меня окантовка тоже. Я первый раз делала косую бейку, пришивала ее. В общем, знаете, в этой работе много чего первого, но она у меня самая-самая, наверное, любимая, классная. Этим фартуком я накрываю мою швейную машину. И машинка стоит вот здесь, на рабочем столе. И вышивку постоянно видно, поэтому это вот такой вариант, как можно оформлять свои вышивки во что-то прикладное, во что-то полезная, а не просто в рулоны, потому что в рулонах у меня уже очень много работ, и стены все завешены. Вышивать, конечно же, хочется, но просто в рулон уже, конечно, жалко. И хочется какие-то вышивки оформлять вот в такие приятные вещи. Нужно придумывать, конечно, что делать, какие-то такие изделия для домашнего быта, но это очень здорово, очень приятно. Вот. И, кстати, эту работу можно будет использовать даже и как баннер. Вот если сделать сюда вешалочки пришить, можно делать и как баннер. Она вот самодостаточная, эта работа получилась вот так. В камеру не очень помещается, поэтому как-то стараюсь вам показать. А вот. Вот, видите, как баннер можно использовать. Подвесил, как какую-то, может быть, салфетку. Ну, в общем, очень интересное получилось изделие. Я довольна. И, знаете, я вот в последнее время смотрю, что и в разных соцсетях девочки тоже сейчас очень активно оформляют свои вышивки в текстиль. Мне даже одна девушка написала, что по моему примеру тоже купила себе швейную машинку, тоже учится шить. Мне очень-очень приятно, что вот наши творческие энергии, они вот как-то так перемешиваются, мы друг у друга чему-то учимся, вдохновляемся, это очень-очень здорово. Я вот тоже смотрю девочек, кто дает мастер-классы по швейному, я очень благодарна, очень рада, что есть такие каналы. Вот без них бы я, правда, не смогла бы научиться даже простым вещам, потому что, ну а как сам научишься, на курсы идти, это долго и ну, неинтересно. Вот, такой мой первый финиш, вышивка, шитье, пэтчворк, идем дальше. Дальше мои работы. Эта работа у меня финишировала 2 дня назад. Значит, здесь какая история. По-моему, в прошлом году я насмотрелась, как здесь, в Греции, женщины вышивают прикладные вещи очень красивые. Скатерти, дорожки, все очень так красиво оформляют, стильно, и оформляют дом именно вышивкой. Это очень стильно, это очень круто, такие работы очень-очень дорогие. Вот. А у меня нет, в общем-то, каких-то прикладных вещей. Вроде бы вышиваю, а дома ничего нет. Как-то, знаете, сердце защемило, думаю, так, надо срочно хоть что-то попробовать сделать. И у меня был кусок ткани, достаточно такой приличный, где-то 75 сантиметров по длине, 40 по ширине. Это и до 10 каунта из какого-то китайского набора, уже я не помню, какой-то дешевый был. Вот, снова оставила, там, по-моему, нитки выбросила, я уже не помню. Вот, и ткань 10 каунта здесь, знаете, она такая, ну, синтетика, она такая плотная, хорошая ткань. Она для стирки подойдет идеально, ну, в смысле, для частого пользования, можно будет стирать ее, с ней ничего не случится. Вот, и я решила попробовать на этой ткани, выбрала из какого-то квакера, по-моему, там был домик, 3 каких-то вот таких элемента, как звездочки. Я увидела этот дизайн, взяла из этого дизайна один элемент, ну, скажем, как вот звезда, да, взяла этот элемент, выбрала из ниток ПНК цвета подходящие, вот набрала. Они все у меня как бы разные,
ну, в одной палитре, скажем так, да, с небольшими цветовыми переходами. Вышивала в 3 нитки крестиком ПНК, да. Вот, и здесь у меня 9 цветов. Каждый элемент, он вышивается своим цветом, и на этот элемент у меня уходила бобинка ПНК, там оставалось совсем чуть-чуть на бобинке, буквально там небольшая пасмочка, вот, а этот цвет мне его как раз хватило на серединке везде, получилось очень интересно, он более такой насыщенный, яркий, и придает работе некоторую такую выразительность. Каждый элемент, он у меня разноцветный, вот, и в этом, ну, скажем так, моя особенность. Мне хотелось и нитки использовать, и сделать что-то такое вот интересное, да. Вот я вам показываю немножко поближе в увеличении. В прошлом году у меня было вышито, либо 2,5 элемента, либо 3, я уже не помню. Потом я эту работу брала в дорогу, там тоже что-то вышивала. И вот на июль-август, уже не помню, на август, что ли, да, на август у меня оставалось 2,5 элемента. Или 3. Ну, 2,5, этот был уже начат, и вот эти 2 я вышивала. Ну да, получается 2,5. Вот, быстренько, в принципе, дошила. Ну и сразу мне захотелось оформить в текстильную дорожку. Вначале я хотела оформить в прошлом году с кружевом, как здесь делают в Греции, дошивают кружево, покупают. Но потом я подумала, что ну куда я буду это кружево раскладывать? У меня в доме как бы нет подходящей атмосферы для кружева. Вот, плюс здесь такая грубоватая ткань тоже. Ну, можно было бы, ну, как-то, знаете, меня перехотелось. Я поняла, что я неправильно думала на этот счет, вот, и решила оформить в текстиль. В текстиль более практично, эту салфетку можно хоть куда, на рабочий стол, на чайный столик, на кухню, ну, куда угодно. Она, знаете, вот, и стираться будет хорошо, и форма у нее хорошая, и цвета такие не маркие, ну, и приятно, все-таки ручная работа. Вот, по тканям я ничего не покупала, находила в своих запасах, потому что у меня был момент, я там понакупала разных отрезов, вот, и чтобы как бы они просто так там не лежали, я стараюсь оттуда находить, как-то комбинировать и стараюсь их и использовать, вот эти отрезы. Поэтому из всего подходящего я выбрала вот такую, ну, коричневую, светло-кофейную основу, а с обратной стороны у меня вот такая охра. По размеру подошел этот кусок, ну и плюс, ну, с коричневым сочетается, в общем-то, неплохо, поэтому эта салфетка у меня и с обратной стороны тоже очень неплохо, в общем-то, смотрится, можно ей пользоваться и так, и сяк, вот, но у меня она будет лежать на моем рукодельном столе, эта салфеточка, пока, вот, она вообще, буду пользоваться ей, в общем, не буду ее там сильно беречь. Сделана для дома, для быта, пользоваться. И, кстати, у меня мне этот вариант очень понравился. Как использовать вот такие крупные ткани, аиды, нитки ПНК, которых у меня много. И я обязательно еще что-нибудь такое вот придумаю. Пока у меня столько процессов и забот, что руки еще не дошли сделать какую-то новую подборку, но, честно вам хочу сказать, мне этот опыт понравился, и я обязательно буду что-то такое делать. У меня есть хорошие схемы от сэмплеров, и сэмплеры, девочки, прекрасно раскладываются на дорожке, можно из них и бордюры делать, и узоры делать. В общем, на ваш вкус, на ваше усмотрение можно делать все, что угодно, поэтому вот кто хочет вышивать, да, ну, к примеру, там разные лонг-доги или еще какие-то вышивки, когда вышиваем и не можем их повесить на стену, да, они в рулонах, как вариант можно сделать себе вот такой супер лонг-дог, вышивать дорожку с каким-нибудь интересным орнаментом, почему бы и нет, все что угодно. Здесь действительно открывается полет фантазии, каждая для своего дома может придумать все, что угодно. Вот. Ну, у меня вот первое изделие вот такое, простое, легкое, 10 каунт, вышивалось легко, получилось, в общем-то, интересно и эффектно. Мне понравилось. Мне понравилось. Еще раз покажу вам цвета, какие они разные поближе. Вот, это чуть зеленее. Такие они, горчичного оттенка. Где-то чуть зеленее, где-то чуть светлее.
Вот, 9 бобинок ушло. Так, дальше, идем дальше. Так, дальше. Не помню, показывала вам или нет. Вот как я сшила вот такую косметичку. Значит, здесь у меня вышивка. Это не оригинальный Dimensions, это у меня был Classic Design. Но я там посмотрела, что схема была переделана, поэтому я находила оригинальную схему. Нитки подбирала из запасов именно Dimensions. Что-то здесь DMS, что-то Dimensions. Основу я красила, это у меня AIDA 18 аккаунт, поэтому вот такие здесь есть на основе пятна, разводы. Вот, ну и лежала эта вышивка, думаю, ну куда ее, вот в маленькие картины оформлять мне вешать некуда, дом маленький. Поэтому я решила оформить в косметичку, вот такая получилась у меня симпатичная косметичка. Вот, и знаете, мне очень понравилась эта косметичка. Я ей, конечно, немножко пользовалась. Розовый подклад внутри. Немножко пользовалась. Потом мне стало жалко ее в сумке таскать. Я складывала сюда бобинки от Perle Coton DMS. Здесь очень широкое дно. Она прям хорошо стоит, особенно полненькая. Вот. Ну, в общем, я, знаете, больше ее любуюсь, конечно, чем пользуюсь. Но хотя понимаю, что надо же пользоваться, чего я ее сшила и держу здесь в заперти. Ну, хотя не в заперти, на столе у меня она стоит, и я ей любуюсь этой вышивкой, этой сумочкой. Ну, периодически пользуюсь. Ну, попользуюсь, потом опять ставлю на стол. Иногда мне вот жаба, как говорится, берет, и не хочется ее таскать в сумке. Дальше. Дальше у меня есть вот такие вот закладки. Так, давайте увеличивать будем здесь. Значит, смотрите, эти закладки от Dimensions. Я вам тоже показывала, что я их, когда я их начала, я вам показывала этот процесс. У меня все идет как-то очень медленно, с паузами, с перерывами. И как-то я их вышивала. До половины дошила, потом отложила, немножко про них забыла. Потом думаю, вот когда финиша не хватает, начинаю вспоминать про какие-то маленькие работы. Вот, потом про них вспомнила и быстренько их дошила. Покажу вам сразу, что получилось, какая красота. Значит, здесь у нас AIDA 14 аккаунта. И вот такая вот вышивка. Ну, Dimension здесь. Бэкстича много, французские узелки, интересный очень орнамент, очень продуманная работа, мне понравилась, просто замечательная проработка, мастера своего дела, конечно, там ребята придумывают для нас разные новинки. Вот, и когда я вышила, тут нужно было делать сборку. Я стала читать инструкцию, переводить, читать инструкцию. Мне казалось, что они, эти закладки у меня вышивались на одном отрезе ткани на 14-й аиде. И мне казалось, что я должна их как-то, эту ткань разрезать пополам, как-то ее сложить, и все должно хитро собраться, сшиться. Но оказалось, все не так-то сложно. Dimensions предлагал более простой путь. Предлагалось просто обрезать по краю, завернуть уголочки, подклеить либо подшить. Ну, мне этот вариант тоже не очень-то понравился, поэтому я сделала немножко по-своему. Ткани было много, и я разрезала таким образом, чтобы края у меня состыковались вот здесь вот в центре. Я их не сшивала, просто я их согнула, прогладила, да, чтобы придать форму, и сверху приклеила просто фетр. Фетр у меня тоненький, поэтому видны места сгиба, а AIDA-то 14 аккаунта плотно, поэтому здесь вот эти места видны. Ну, здесь у нас пришивной элемент, такая красота, и хвостики. Хвостики я делала из ниток ПНК. Мне стало жалко нитки Dimensions крутить на эти хвостики, поэтому я поэкономила, сделала из ПНК. Здесь то же самое. Вот так. Очень красивые закладки.
элегантные, они крупные. Вот видите, я кладу на руку, видите, посмотрите. Закладка большая. Большая, такие они плотные, но они очень изящные, очень элегантные. Просто вот берешь в руки и настолько получаешь эстетическое удовольствие. Я сначала их стала ими пользоваться, потом опять, знаете, мне так сердце защемило, выложила их, положила к себе на рабочий стол в корзинку с бескорнюшками, и вот ими сейчас любуюсь. Хотя, конечно, не надо жадничать, надо пользоваться, я же для этого их сделала. Такие две шикарные закладки, классные, очень мне нравятся. Вот такой вот у меня финиш. Финиши есть, но они такие небольшие, больших финишей у меня, к сожалению, нет пока. Дальше еще вам покажу. Вчера начала шить. Я вам сейчас быстро про то, что я тут шью. Так уж получилось, потому что шитье было связано с вышивкой. Вот покажу сейчас вам и вот эту вещь. Это я шью чехол на раму. Думала, хотела сделать в пэтчворке. Думаю, пока я соберусь на пэтчворк сделать красивый, классный чехол, у меня уйдет как минимум месяц, а чехол бы надо уже давно сделать, Юля, я так себе сказала. Вот, и смотрела по тканям, нашла вот такую интересную ткань. Хорошо, что я ее купила. Я покупала прихватом, как-то особо на нее каких-то планов не было. А вот когда достала, вот тогда я ее уже оценила. Это ткань Liberty. Здесь голубой фон и синий печатный вот этот рисунок, цветочки. Ткань очень такая, знаете, нежная. Она на камеру не очень смотрится, потому что рисунок очень мелкий, но сама по себе очень симпатичная. Вот на подкладе у меня вот просто голубая ткань, тоже очень приятная. Тоже покупала по скидкам, закрывался магазин, интернет. И я немножко успела купить там каких-то тканей. К сожалению, поздно увидела, что он закрывается, и мало купила. Там хорошие были цены. Вот, использовала две ткани. Вчера пришивала косую бейку, делала окантовку. И теперь нужно сделать либо завязочки, либо пуговички. Но я склоняюсь больше к пуговичкам сделать, чтобы по-быстренькому раз-раз открыла и все. Но у меня нет шляпной резинки. Нужно идти сегодня в магазин смотреть. Вот, потом буду думать, как пришивать. Не знаю. В общем, пока собралась вот так. Мне очень нравится цветовая гамма. Ткань такая получилась приятненькая. Стежка у меня просто вот такими полосами. Решила не делать квадратики. Мне так лень было. Мне так нравится. Поэтому вот так. Ну, я вижу, девочки так тоже делают. Просто полосочки не делают, прям квадратики. Вот это у меня такая заготовка. Вот такая заготовка. Тут еще немножечко нужно поработать, может быть, сегодня успею сделать, сегодня-завтра, и чехол уже будет готов. И остался небольшой кусочек ткани, наверное, сделаю еще органайзер к станку для там ножниц, органайзеров, в общем, посмотрим. Приятно очень, приятный текстиль, внутри у меня специально идет подклад, поэтому получается очень так плотненько. Вот, ну и сейчас как салфетка, в принципе, даже смотрится. Потому что пока нет ни кнопочек, ни завязочек. Здорово! Мне понравилось шить, поэтому в моей практике еще будет очень много швейного. Надеюсь, вам будет интересно смотреть и на вышивку, и на швейное. Хардангер у меня. Всего понемножку. Так, ну и бегу за следующей работой. Так, следующая работа — это Stony Creek Home Sweet Home. Эту работу я начала еще в 2021 году, в августе. Сделала небольшое начало, и работа не пошла, потому что здесь, девочки, 70 цветов, здесь часто смена нитки. Ткань я взяла лен 16 каунта, достаточно мелкий каунт, основа тоненькая, знаете, закрепляться на этой основе постоянно сложновато. И вот такие процессы, практически многоцвет, когда 70 цветов, да, вот такие процессы у меня идут очень-очень сложно. Это не мое. Когда идет часто смена нитки, я очень сильно устаю. Поэтому я начала, я повышивала, отложила, потом пыталась сделать еще подходы. Ну, знаете,
не мое, просто вот не мое. Вот, но в этом году я собралась, достала этот дизайн, думаю, ну 70 цветов, такой вот он вроде бы небольшой, надо его дошить. И я помню, я шила его только одного, каждый вечер, по 100, по 200, по 50 крестиков. Сколько вот у меня получалось, я его каждый вечер брала вышивать хоть нитку. Сразу старалась сделать бэкстич, потихоньку его продвигала. Конечно, процесс у меня вышивался долго, но я все-таки справилась с этой задачей, очень рада, расформировала все нитки. Вот, работа пока у меня лежит. Я думаю сделать из этой вышивки баннер, но она маленькая, потому что в рамочку, как бы, я думаю, что нет. А вот баннер можно сделать, тем более как раз баннер я еще не шила. Вот будет у меня, это у меня новая задумка, новый задел, сделать баннер. Так, покажу вам немножко поближе эту вышивку. Смотрите, здесь вот эти все переходы, это не меланж, видите, в кормушках, в скворечниках, простите. Это все выполняется за счет часто смены нитки. Там по два цвета, по-моему, либо по три, по два цвета на скворечник. Дальше вот home, sweet home, видите, тоже переходы, три цвета. Вот это очень кропотливо, очень вот так вот меленько. Это не мой вариант, уже 100 раз сказала. Но вышивка получается очень красивая, конечно. Проработанная. Вот если цветы, может быть, и не очень проработанная. Ну, это стиль Stony Creek. Вот такой вот он стиль. Кстати, мне тоже писали в комментариях девушки, которые вышивают эту работу. Не только мне тяжело она далась, и вот, ну, многим она дается тяжело. Это на любителя, на мастериц, которые могут справляться с сложными работами, которым нравятся вот именно такие сложные работы, с часто сменой нитки, с переходом, там, да. Вот. Ну, работа красивая, работа, конечно, яркая, сочная, и думаю, что нужно оформить ее в баннер, подобрать ткани, нужно посмотреть, хочется чего-нибудь красненького, здесь красного много, а у меня красных тканей мало, ну, посмотрим, что-то, я думаю, подберу, у меня есть терракотовый, немножко красного, что-то можно будет придумать, как-то оформить баннер, и буду вешать по сезону, ну, как-то так, украшать свой дом. Ну, есть финиш, финиши в этом году у меня будет мало, потому что я в основном стараюсь продвигать работы. У меня сейчас много процессов, я решила повспоминать о моих начатых работах, о старичках, которые я поначинала в различных месяцах стартов, летних стартах, весенних стартах. И вот эти вот все старты, они большим грузом у меня теперь стоят. Я вот, девочки говорят, бери вышивать, там их 30 процессов, как их брать все вышивать, я просто не представляю. Я, конечно, стараюсь сейчас брать по одной работе, вышивать там по неделе, по 10 дней, при том, что я сейчас вышиваю очень-очень мало. Поэтому буду вышивать, выбрала себе некоторые процессы, буду их вышивать в этом году, делать ротацию. Вот, а на следующий год уже я не знаю. Я ничего сейчас не планирую, у меня все по настроению. Как вот есть настроение, так я вышиваю. Если захочется что-то начать, я буду начинать. Вот, я не хочу себя сейчас как-то ограничивать, планировать. Не участвую ни в каких СП, ничего не планирую, потому что все сейчас очень быстро меняется, и настроение меняется на вышивку, то вышиваю, то не вышиваю, поэтому я просто отдыхаю, и если есть желание взять какой-то процесс, я это буду делать, нет, буду откладывать. Пока у меня так, и меня сейчас это устраивает. А дальше посмотрим, да, ну вот так. И по финишам вроде бы все, давайте теперь перейдем к процессам. Итак, процессы. Начну с процесса, который сейчас у меня стоит на станке. Точнее, стоял, я сейчас его сняла, чтобы вам показать. Да, работы будут все мятые, с разметкой, потому что это процессы. Я ничего специально не готовила, поэтому уж простите и, ну, воспринимайте так, как есть. Ну, что сделать. Вот, сейчас я работаю над дизайном Dimensions. Это простая коллекция. Ангел Рождества, размер работы 35 на 40 сантиметров, вышивается на аиде 18 каунта.
зацепили меня ангелы. Вот раньше я как-то не любила ангелов и не понимала эту тему. Вот, но раз вышив ангела, меня настолько они зацепили, именно вот Dimensions, так они интересно вышиваются, что ну, у меня образовалась некоторая коллекция. У меня вышито, сколько у меня вышито? Два ангела вроде бы. Да, два ангела. Третий вот в процессе. Два набора у меня еще лежат и две схемы. Вот, представляете масштаб работы. То есть я примерно одного ангела в год вышиваю. То есть это мне, как говорится, еще на 4 года как минимум. Вот. Этот ангел еще продается, его можно приобрести. И если вы думаете, обязательно покупайте. Есть и схемы, можно схему купить от Dimensions, буклет. Этот ангел действительно очень красивый, несмотря на то, что это не gold коллекция. Здесь шикарное платье, отличная проработка. Девушка сама очень красивая. Ну и вышивается, конечно, интересно. Начала я в этом году. Я уже говорила, что я не планировала прям вот начинать, но в этом году в начале у меня был какой-то такой порыв, и я начала достаточно много работ, они присоединились к моим начатышам, и теперь, конечно, моя задача усложнилась. Вот, но я в любом случае бы его начала, потому что мне очень хотелось попробовать, и я не жалею. Этот ангел настолько приятно вышивается, не оторваться. Здесь 18 каунт. Мне уже, честно вам скажу, сложновато вечером вышивать 18 каунт. Глаза быстро устают. Но, тем не менее, вышиваю с огромным удовольствием. Подготовка у этого процесса была одна из сложных. Но я здесь все стирала, набор-то старый, стирала основу, проклеивала лаком для ногтей края, стирала нитки, сушила их, там, гладила, развешивала. То есть подготовка у меня заняла очень много времени. Вот. Ну и потом я стала вышивать, принялась к... Ну, снизу я всегда вышиваю, вот... Стала вышивать, стала сразу выполнять бэкстич, кординг, все, что могла, да, вышивать. Вышила небольшой такой участок и отложила работу. Вот, долго она у меня лежала. Сейчас я опять вернулась к этому процессу. Повышивала немножко. Так, надо взять что-то чем-то показывать. Повышивала немножко, вот с правой стороны кусочек у меня прирос. Потом с левой, здесь уже вот клетка у меня вышивается, здесь есть металлик, бленд металлик и 15-30, по-моему, я не помню, ну такая вот темно-желтая ниточка, очень красиво будет, вот, и ну, теперь нужно, сейчас вышиваю вот над этим, работу над этой пустотой, постараюсь по максимуму заполнить, буду стараться в этом году довести работу до половины. Я прям не говорю, что я не ставлю в план ее завершить, но хотя бы половину вышить. Половина — это вот как-то так. Вот если я вышью половину, ну, где-то вот здесь, меня это устроит. Потому что в этом году у меня в ротации много процессов. Вышить половину для меня будет нормально. Вот. Процесс, конечно, очень-очень приятный. Покажу немножечко поближе вам крестики. Как они здесь лежат. Ну, 18 каун, все очень плотненько. Видите, здесь на голубе нет еще бэкстича. Здесь вот в начале юбки есть. Такие вкрапления красивые. Ну, будет яркая, праздничная работа. Мне девочки присылали фотографии своих отшивов. Конечно, великолепный дизайн. Вышивайте обязательно. Просто класс. Вот, начало положено у этой работы. Идем дальше. Так, а это Mirabilia. Я, девочки, не буду ни организацию, ни уже какие-то картинки нести. Просто принесла вышивки. Все буду вставлять в кадр. Вставлю вам, как должна получиться Персифон. Это Персифона. Ну, я думаю, вы многие знаете этот дизайн. Он очень популярный. Эту схему и комплектацию, вот, бисер, там все мне подарила Оля. С канала Оля Л. Крустич. Вот, я вставлю, конечно, ссылки на Олю. У нее она большой коллекционер наборов. И когда я получила этот дизайн в подарок,
Конечно же, мне сразу захотелось начать. У меня не было оригинальной основы, и покупать на тот момент мне не хотелось, потому что ее нужно было долго ждать, а мне горело. И я нашла в запасах у себя, это была Mirabilia Celebration. У меня лежала сборка, ну сборка там чуть-чуть бисера и просто ткани покупала под эту Mirabilia. Мне эта основа понравилась, я разложила ниточки на эту основу, они загорелись, засветились, и я поняла, что все нормально, все будет красиво. Конечно, оригинальная основа создает там такую атмосферу очень... как это передать, мистическую, наверное, немножко, да. У меня больше в летние такие травяные, получается, оттенки уходят, ну, благодаря этой основе. Но мне в любом случае очень нравится, как получается, очень ярко, красиво. Но это 36-й каунт, и все-таки мелковато, поэтому здесь тоже работа идет не шустро. Выше-то у меня было, ну, в этом году, когда я снова к ней вернулась, вот так. Вот по этот уровень, ну так неплохо было выше-то, кстати. Вот, ну и в этом году я вернулась к этой работе, и что я здесь вышила? Я вышила вот этот участок, вот здесь, ну вот где-то вот так, вот, вот где-то вот так, вот это все было вышито. Казалось бы, что маленький участок, но по крестикам здесь достаточно много, да. И этот процесс мне нравится именно своей цветовой гаммой. Вот когда я начинаю скучать, и мне хочется чего-нибудь такого сочного, яркого, я всегда вспоминаю о Персефоне. Тоже, что половина будет где-то вот здесь. Вот если я в этом году дошью до половины, это все нормально. Для меня это будет хороший результат. Вот, как я и говорила, что финиша в этом году будет, скорее всего, очень мало, но у меня в этот год будет, так скажем, задел на следующий. Если я мои процессы повышиваю хорошо, там где-то до половины, где-то чуть больше, где-то чуть меньше, то в следующем году у меня будет, должно быть, очень много классных финишей. И, по крайней мере, эта мысль меня утешает и вдохновляет, потому что, конечно, финиши для меня очень важны, я привыкла, чтобы они периодически у меня поступали. Ну, может быть, чтобы не грустить, когда их не будет, я буду делать какие-то маленькие процессы. Что-то шить, это тоже какой-то финиш, а процессы обязательно будем продолжать вышивать. Покажу поближе, какие красивые крестики, какие сочные цвета. Видите, сколько здесь будет бисера, пропусков много. Вот это уже рука Персефоны держит юбку. Посмотрите, какие красивые складки. Шикарно, конечно, просто супер. Обалдеть. Вот смотрю и уже скучаю. Ну, все по очереди будут вышиваться. Вот такая красота. Конечно же, ткани здесь еще очень много вверху. Эти работы большие, поэтому шить и шить. Вот видите, много еще очень шить и шить. Ну ничего, как говорится, дорогу осилит идущий. Маленькие шаги нас приближают к нашей цели. Так, ну а здесь, я думаю, не нужно даже картинку вставлять. Итак, все знают про этого кота шикарного. Так, так, так. Вот, это у нас Dimensions, Фредерик Литератор. Эту работу я начала, наверное, года 3 назад, уже точно не помню. Знаете, вот захожу в Инстаграм, в Инстаграме легко можно найти, когда был старт, да, я все-таки там периодически выкладываю фотографии, и вот именно по Инстаграму я нахожу, когда у меня был начат процесс, когда он вышивался, начала я... несколько лет назад, сейчас уже записи нет под руки, но неважно. Это у меня был подарок от Виктории. Она раньше даже вела свой канал, потом немножко его прекратила вести. Вот. И у нас был некоторый обмен подарками. Вот мне Виктория подарила этого кота. Долго он лежал, потом думаю, ну что он лежит, подарки надо вышивать. Я забрала на работу, там начала вышивать. На работе я вышиваю, когда я свои дела уже заканчиваю, жду мужа. Вот, и там какие-то полчаса, там 20 минут я могу повышивать, чтобы в компьютере не сидеть, просто могу повышивать. И, кстати, я там вышила достаточно много, вот этот весь кусок я вышила на работе постепенно. Но потом поняла, что, знаете, все-таки большой парковщик, не так большая работа, мне как-то там не совсем с руки, и я решила его забрать домой.
Вот, и долго он опять же лежал и дома. Вот, а в августе у меня было время, думаю, ну дай-ка я кота немножко повышиваю. Вот, и я сделала разметку меловым карандашом, спустилась вниз, как я это люблю, и уже начала строить вышивку снизу. Вышивается очень легко, несмотря на то, что это черная основа, это 14 каунт. Я включаю верхний свет, а дополнительную лампу не ставлю. И тогда все вот эти вот дырочки, они прям супер подсвечиваются. Можно вышивать легко и комфортно. Процесс простой, поэтому вообще не составляет никакого труда, никакой сложности. Мне очень понравилось вышивать этого кота. Ну, Dimensions есть Dimensions. И вообще люблю котов. У Dimensions у меня есть Мэгги, у меня есть Макс вышит, и у меня есть еще набор, не оригинальный, но все-таки Леонардо. Он тоже ждет в своей очереди быть вышитым. Вообще Dimensions делают котов настолько реалистичными, настолько классными. Вот. Самые лучшие коты в мире — это коты Dimensions. Покупайте котов от Dimensions. Такая небольшая реклама. Ну да, если еще кто-то не пробовал вышивать котов от Dimensions, обязательно нужно попробовать. Вот. Такой шикарный котик. Вот. Ну и здесь я начала еще книжки. Конечно, здесь такая история интересная с этими книжками. Здесь надписи интересные. И это разработка по Чарльзу Высоцкий, мне очень нравятся его работы и разработки, вышивки именно по картинам Чарльза Высоцкий. Очень талантливый художник, и у него красивые композиции, конечно. И разработки Dimensions вышиваются просто на ура. Ну что ж, Фредерик Литератор, снова в строю, снова в ротации, буду брать. И там хотя бы пару дней там периодически его тоже вышивать в ротации по очереди как-то. Не знаю еще, как все это будет, но обязательно буду делать ротацию. Я попробовала, их прогнала по кругу, и мне так очень-очень понравилось. Я не устаю, и, кстати, это помогает избавиться от мысли что-то поначинать, либо что-то понакупать. Потому что вот я заметила, когда я долго вышиваю один тот же процесс, мне сразу нужно понакупать, поначинать, и вот начинается там у меня такой вот, знаете, раздрайв. Поэтому ротация, я же не зря их начинала, ротация — это сейчас то, что нужно. И ротация дает вот этот отдых, пробовать и черную основу, черную аиду, 18 каунт, 14 каунт, разные материалы, разные схемы, ну, по сложности. Поэтому, конечно, сейчас для меня это очень комфортно. Вот такой вот котик. Тут кое-где есть бэкстич. Поэтому уже красота. Так, кот в строю. Так, это у меня прям процесс. Я чего-то не подготовила его. Так, ну здесь, я думаю, тоже не нужно представлять эту работу. По краскам вы догадались, вы уже поняли, что это за дизайн. Это Риолис «Поцелуй» по Климту. У меня есть вышитая работа «Материнская любовь». Вот, и в пару к «Материнской любви» я начала «Поцелуй» много тоже лет назад, тоже в каком-то месяце стартов. Вышла совсем чуть-чуть, работа отложилась, что-то потеряла интерес, переключилась на другие процессы. И вот он лежал-лежал, и я вспомнила, думаю, у меня же есть такой чудесный, интересный дизайн с нитками шерсть, которым я давно не вышивала, уже очень сильно соскучилась, побежала, его достала. У меня на тот момент было вышито, ну, где-то вот так. Буду стараться вставлять вам везде фотографии. Где-то вот так было вышито. Вот, я поставила на кюснапы и вышила сначала вот этот блок. Мне понравилось. Я снова влюбилась в шерсть. Давно я не вышивала. И решила продолжить. Вот, здесь было немножко посложнее, потому что идет частая смена нитки. И давайте чуть поближе. И пришлось перейти на парковку. Парковкой процесс идет намного медленнее, но зато получается намного красивее. И я пожертвовала скоростью ради красоты. Ничего страшного, буду вышивать медленно, долго, но красиво. Вот, здесь у меня половина. Я, видите, вывожу на половину работы. Вот, и сейчас я вышиваю, вернулась вот к этому участку. Здесь была тоже проплешина, заполнила. И буду потихонечку идти вверх, вот тут вот заполнять все пропущенные участки. Нитки, соответственно, паркую, которые остаются. Вот, ну,
есть такой вот участок, который нужно довышивать. Это аида 14 каунта, нитки шерсть, риолис. Очень яркий процесс, красивый, очень приятно вышивается. И, конечно, парковка дает вот такие вот очень красивые крестики пухленькие. Видите, как стразинки. Красиво. Классно. Ну, опять же, видите, вышиваю по чуть-чуть, по ниточке, по две, потихонечку. Поэтому не быстрый здесь процесс, но зато главное, что опять же вернулся в ротацию. Дальше у меня вот такая коробка, вот такие. Покупала давно. Коробка очень качественная и очень практична, потому что сюда помещается практически полностью набор Dimensions. Единственное, видите, если его не подрезать, чуть-чуть он не помещается. Если чуть-чуть подрезать, то прям все помещается. Это у меня и покупка, и старт, и процесс. Все вместе. Набор фирмы Dimensions. Величественный павлин, размер 30 на 41 сантиметр, вышивается на аиде 14 каунта, номер набора 35110. Давно мне нравился этот дизайн, но как-то он у меня не попадался на сайтах, где я делаю покупки. А тут ВКонтакте я вижу у Юлии, которая живет в Греции, что она распродает какие-то свои наборы, и там был вот именно этот набор, который мне очень нравился. И, к счастью, он у нее был в наличии здесь. Мы списались, я сразу его выкупила. И как только получила, сразу начала. Вы знаете, ну, великолепный дизайн. И этот дизайн очень легко и приятно вышивается. Я его сразу начала, как и сказала. И на одном дыхании вышила, наверное, процентов 20 сразу. Вот. Смотрите, как получилось. Здесь я сразу старалась вышивать и бэкстич, и французские узелки. Вот он, хвост. Уже начала здесь делать тоже бэкстич потихоньку. Вазон. Ну, очень приятная вышивка. Уже скучаю. Давно я не брала в ротацию. Вот как вышила, отложила, так и лежит. Нужно, конечно, возвращаться, вышивать павлином, вышивать цветы в вазоне, потому что посмотрите, какая здесь красота. Глициния потом будет вышиваться. Арка какая красивая. Ну, конечно, потрясающая разработка. Вот. Мне очень-очень нравится процесс и нравится то, что получается. Тут я вам покажу организацию. Она у меня совсем простая. Вот они, ниточки, просто вот так вот в косичке. Вот, ну, а здесь у меня схемы, там ножницы и парковщики игл. Все, в общем, так просто, незатейливо. Вот, вот такой вот шикарный процесс. Здорово. Ну, хороший старт, 20%, по-моему, совсем неплохо. Дальше у меня еще один старичок. Старичок, еще тот старичок. Я думаю, что кто-то должен помнить про этот дизайн. Это Custom Crafts в моем дворике. Вот такие классные птицы. Размер здесь почти 50 сантиметров на 35,6. Работа большая. Вышивается, конечно, на аиде 14 каунта. Это большой плюс, но работа большая и работа сложная. Я все искала, когда же я начала этот процесс. Думала, пару лет назад, а оказалось, нет. В 2018 году я сделала первые крестики и отложила, потому что процесс непростой. Я знала, что он непростой. Я о нем давно мечтала, знала, что он непростой. Но, тем не менее, я настолько хотела его вышивать, что я была готова бороться с одиночками, и я была уверена, что я их все равно победю своим терпением, но оказалось, что не все одиночки там можно победить. И у меня на 2018 году был вышит такой маленький кусочек, отложила. Потом были еще подходы, я по чуть-чуть где-то что-то вышивала, и вот в этом году я снова вернулась к этому процессу, у меня было вышито вот так всего лишь. Думаю, ну надо как-то продвигать. Стала вышивать, здесь мучилась. И Кристина с канала «Брутальная вышивальщица» мне сделала такое предложение. Говорит, Юль, давай я тебе сделаю схему. Она сделала и подарила мне эту схему. И вот Кристина меня спасла.
реально спасла, потому что с ее схемы мне сразу вышелся за неделю или за 10 дней вот такой участок. То есть за столько лет я вышила вот столько, и за неделю я потом вышила столько примерно, я уже не помню, где-то вот так. То есть это небо и земля, причем здесь сложный участок, здесь очень много одиночек, разброс большой. Я вдохновилась, ну, конечно, все равно от работы устаешь, я отложила. И вот в июле я еще сделала подход и вышла, ну, где-то вот так у меня что-то было, где-то вот так, вышла вот так. Ну, это уже, знаете, такой большой прогресс, закрыт второй угол, и самое сложное я вышла. Дальше я посмотрела по схеме, идет намного легче. Вот самый сложный был уровень, это первый уровень, вот именно эти шишки, эти иголки, снежинки, всего здесь намешано, но зато посмотрите, какая красота. Ну это же такой объем, такие цвета. Я очень люблю зеленый цвет, я им вышиваю спокойно. Вот от синих я быстро устаю, а зеленый меня вдохновляет, и я вышиваю им быстро. Но, ну, в смысле, легко, меня не утомляет зеленый цвет. Но здесь просто было очень столько много одиночек, что это, конечно, ну, действительно, только для супер каких-то вышивальщиц, у которых какая-то, наверное, техника хитрая, они как-то, не знаю, как это можно вышивать, честно. Я вот даже с сагой не могу приловчиться легко вот преодолевать эти все участки. Но все, уже преодолела. Вот этот самый сложный участок вышит. Дальше идут у нас вот второй участок будет птицы, пузика, точнее птиц. Здесь идут даже есть участки, которые вышиваются, ну, там, пятнами цветовыми, уже попроще. Ну и бонусом третий уровень. Тут вообще все просто пятнами вышивается, за исключением снежинок. Поэтому вот все, можно выдохнуть. Самое главное, я самое сложное вышила. Это значит, что работа будет продвигаться. Опять же, планы никакие не ставлю. Мне бы в этом году ее бы еще хоть чуть-чуть подтянуть, там, вышить какой-то кусок хороший. И я буду очень-очень довольна. Вот если в следующем году я вышила бы ее на 70%, это для меня вот такие более-менее реальные как бы планы. Но как идет. Самое главное, что я преодолела самое сложное. Процесс двинулся, работа вышивается, будет вышита. Результат мне очень нравится. Она мне не разонравилась. Смотрите, вот как вот проработка какая глубокая. Шикарно. Вот, соснова у меня здесь, я не знаю, как у меня так получилось, что у меня с одной стороны есть вроде бы хороший отступ с краю, здесь совсем маленький отступ. Я уж не знаю, что я с ней делала, то ли отрезала, то ли не отрезала. Ну, в общем, этой работе досталось по полной, как я ее так рассчитывала. Ну, ладно, я посмотрела, посчитала, все помещается. Пусть, конечно, вот тут вот у меня маленький отступ, но тем не менее все помещается слева, справа, все хорошо. Надо, буду продолжать вышивать, буду вам также показывать продвижение. Я не знаю, может быть, мы теперь встретимся к концу года, посмотрим, как будет получаться. Так и буду вам показывать мои какие-то новости. Итак, что я вам еще не показала? У меня осталось, наверное, пару процессов, и на этом будет все. И старт, еще один старт у меня произошел. Долго я к нему готовилась, собиралась, почему-то никак не могла настроиться на старт этого дизайна, хотя купила схему несколько лет назад, купила оригинальные нитки, основу, все купила, но не знаю, чего-то ждала. И вот думаю, ну сколько можно ждать, Юля, возьми, начни, потихоньку будем вышивать. Вот, и я так и сделала. Здесь в этой схеме идут два дизайна. Один главный, большой, 200 на 300 крестиков. Второй намного меньше, размер не помню. Но вот посмотрите, вот эти вот все дизайны, я вам уже говорила. Вот здесь орнамент, так, такая маленькая картинка, орнамент. Его можно брать любую полосу и раскладывать на дорожку. Вот любой, смотрите, вот шикарный орнамент. И цветы, и вот это. Сочетание можно делать. Берите любой сэмплер, делайте дорожку, делайте скатерть, все что угодно. Ну, шикарно. Я вот прям вот все эти элементы, они мне очень нравятся. Я обязательно их буду использовать вот отсюда. В разных цветовых палитрах, по-разному, но обязательно буду использовать. Особенно нравятся вот эти цветы. Да, вот. А этот вообще очень насыщенный. Мне вот это дерево нравится. Можно использовать в углах дорожки для красоты. В общем,
Вы видите, здесь для фантазии очень-очень много материала. Вот, по оригинальному ключу здесь предлагалось вышивать на Белфасте. Я его купила 32-го каунта. Ну, вы знаете, я когда его открыла, этот Белфаст, там такие блестящие переплетения, я уже вышивала на Белфасте. А на черном Белфасте я поняла, что я вышивать просто не буду. Я уже не герой, я уже такие вещи вышивать не хочу, глаза портить. Поэтому купила Аиду 16-го каунта. Все просто и лаконично. Так, нитки здесь заморские, которые все так хвалят. Вот Карен, вот они. Смотрите, так, вот они, эти нитки. Мне хотелось попробовать, девочки вышивают, так нахваливают вот эти вот моточки. Ну, вы знаете, мое мнение, я вас, наверное, сейчас удивлю. Мне эти нитки не понравились, тонкие, хлипкие, такие вот прям они, ну, совсем тонюсенькие. ДМС лучше, вот это мое мнение такое, знаете, может быть, кого-то я удивила, но по факту так. А если еще бы они линяли, так зачем они тогда вообще нужны? Вышивать лучше ДМС, чтобы хранилась ваша работа долгие годы, и постирать можно было, и ДМС не выгорают. А если эти нитки линяют, значит, они выгорают, тогда зачем? Такой вот риторический вопрос. Если вышивать именно какой-то совсем тонкой основе, какой-то тонкий лен, равномерка, наверное, будет хорошо. Но на Аиде я вам скажу, что просто нитки, ничего особенного. Для этой работы я специально купила вот такие бобинки, купила две упаковки, там их много. Для этого дизайна всего взяла 7, 7 цветов здесь используются, вот подписала цвет, значок, вот так. Мне хотелось именно вот такие крупные прикольные бобинки, зайцы. Покупала на 1-2-3 стич, там были и поменьше в форме яйца, с пчелками, ну, разные были бобинки. Мне понравились вот такие крупные зайцы. Ну, интересно, да? Вот они прям с кольцом так и продавались. Вот, ну и цвета ниток. Голубой, синий, светло-голубой, вот такой вот темно-желтый и два бежевых. Ничего особенного. Вот нитки как нитки. Ну, в общем, я попробовала, мне хотелось попробовать составить свое мнение. Я с ними познакомилась. Ну, в общем, не такие себе неплохие, но я от них не в восторге. Здесь у меня на бобинке паркуются, на бескорню паркуются иглы с остатками. Ну и показываю вам, что я тут уже навышивала. Вот. Вышиваю на Аиде 16-го каунта, разметка меловым карандашом. Снизу начала и иду вышивать вверх. Ну, что тут сказать? Вы видите, результат, конечно, великолепный. Несмотря на то, что как бы нитки мне не очень понравились. Кстати, если их выпарывать, они не выпарываются, они расползаются. У меня здесь была ошибка, я пробовала, они прям просто разлазятся. Поэтому, как бы, вот опять же про нитки, я не могу сказать, что они прям какие-то особенные, что-нибудь такие дорогие. Вот, дурят нам наши мозги. Так, ну вот смотрите, что получается зато, какая красота. Какой объем, переходы, как будто здесь идет печать. Такая красота, видите? Итог мне очень понравился. Конечно, буду продолжать. Здесь у меня такое начало. Самое-самое сделала старт. Дальше буду продолжать вышивать в ротации потихоньку со всеми остальными процессами. Это у меня, я вам сказала, не сказала, сэмплер ков Siam Fashion. Вот, у меня несколько дизайнов куплено от этого производителя. Очень интересные у них бордюры используются. И я поэтому и купила несколько дизайнов с учетом, что можно и сэмплер вышить, и для дорожек использовать в будущем. Так, ну и заключительный это у меня мой хардангер. Дорожка размер 160 на 50 сантиметров. Значит, я вам показывала, у меня было вышито вот с одной стороны два угла. Она, конечно, огромная, сейчас вот это все разложить здесь не получится. Но буду как-то вот так частями вам показывать. Да, вот первая половина идет.
Вот так. И с этой стороны у меня вторая половина. То есть половину работы я уже вышила практически. У меня единственное, что здесь нет еще нет ажура. То есть я до половины чуть-чуть не дошла в плане ажура. Вот. Вот здесь уже выполнен ажур, а здесь еще нет. Но здесь у меня вот здесь есть уже алжирские глазки, а вот здесь еще нет. То есть мне нужно здесь доделать алжирские глазки. Вот в этой части. И потом уже делать ажур, резать ткань и делать переплетение. Процесс, в общем-то, несложный. Вот эти цветочки, я их так называю, основной элемент, базовый, они вышиваются очень быстро и интересно. Медленно вышиваются, делаются алжирские глазки, потому что здесь нужно сделать в каждую нить переплетение, нужно ниточку затягивать, чтобы глазочек открывался, поэтому это кропотливо. А вот сам ажур делается легко и интересно. Так, так, так. Вот, видите? Не бойтесь, девочки, пробуйте. Я тоже столько лет боялась, что я порежу, у меня ничего не получится. Мы такие сложные работы вышиваем. И прям возьмем и, да, как возьмем и все порежем. Даже если порежете, ошибетесь один раз, потом уже будете понимать, как нужно резать. Поэтому есть много видео, смотрите. Кто хочет попробовать, не бойтесь. Вот правда вам говорю, нужно только попробовать. Я вот даже без каких-то маленьких работ сразу взялась и стала вышивать большую дорожку. И ничего нигде не порезала. Все вышивается просто и доступно. Вот здесь я работаю над вторым углом. Третьим, простите, второй половины боковой. Третий угол у меня здесь вырисовывается. И вот здесь подхожу уже к четвертому углу. Ткань я уже отрезала, я уже себе наметила, как у меня будет идти работа, потому что был большой отрез ткани, неудобно. Вот. Остается сделать боковушки и буду работать дальше над второй половиной. Длину буду выводить. Конечно, это еще здесь работы много, но хотелось бы до конца года завершить, хотя не уверена. Ну, даже если в следующем году завершу, ничего страшного. По одной дорожке в год меня вполне устраивает. Работы все-таки большие, объемные, но очень интересные. Хардангер меня захватил. У меня уже сформировались две идеи на еще две дорожки. Поэтому, как только закончу эту, буду покупать ткань, нитки. Уже знаю, какого цвета, какой дизайн. На одну точно знаю, на вторую я еще так думаю, как говорится, so-so. Ну, посмотрим. По крайней мере, есть задумки, но заранее ничего не покупаю, потому что здесь тоже много работы. И чтобы не захламляться, доделываю одну работу, потом буду дальше уже готовиться к следующему масштабному процессу. Ну, это, конечно, большое удовольствие, причем такая отдыхалочка, когда вечером глаза, к примеру, устали, либо вообще я уставшая и не хочется ничего считать, да, вышивать крестиком, считать схему. Берешь хардангер, и здесь все очень просто, раз-раз, и все вышивается. Вот, используется у меня здесь всего два цвета Мулина Перле. Это 67-й, вот этот меланж, и белый цвет. Уже ушло 3 бобинки 67-го и 2 бобинки белого. И у меня сейчас в работе третья бобинка, еще 2 в запасе, я 5 покупала. Посмотрим, хватит, не хватит. Наугад купила, честно вам скажу. Посмотрим, хватит, не хватит. Вот, ну, белых у меня там еще много, белых точно хватит. А вот, ну, если не хватит, докуплю, они недорогие, эти бобинки. Вот, очень классные нитки. Кстати, нужно будет попробовать ими вышивать и какие-нибудь крестики. Можно делать дорожку, хардангер, и также вышивка какая-нибудь, каким-нибудь меланжем тоже, вот в одну ниточку. Шикарно. Кстати, хорошие нитки. Вот эти нитки Перле, они стираются, там написано, даже 90 градусов выдерживают. То есть это очень классные нитки для прикладной вышивки. Вот, ну и вроде бы все вам показала. Надеюсь, что ничего не забыла. Такие мои новости за это время. Буду продолжать делиться с вами своими новостями по рукоделию в соцсетях. Ссылки в инфобоксе.
приходите в гости, будем дружить, общаться на рукодельную тему. Всем рада. Также благодарю за то, что вы остаетесь на моем канале, несмотря на то, что сейчас мало видео. Спасибо вам за лайки, за ваши комментарии. Ну, на этом все. До новых встреч и всем пока-пока.